идет сборы Федерации Одесской области. Бодибилдинг и фитнес. Немножко проверили, да? Смотрим на Викины ягодички. Делаем опускание. Не сгибаем ножки в колени. Прямые ножки. Строго прямые. Ягодички, кстати, очень хорошо здесь чувствуются. Первый раз вижу такой тренажер. Сейчас опускаем ножки. В общем, как-то так. До соревнования осталось 2 недели. Все упорно тренируются. Вот уже сушка началась, вот это начнется с завтрашнего дня. Да, не расставляешь сильно по спине. Четвертый оборот направо. Еще. Так, чтобы... Вот, хорошо. Да. Хорошо, четвертый оборот направо. Нет. Значит, просто таз собираешь, вычаешь и сзади, пожалуйста. Вообще я должна была пойти сюда по чесноку. Я не сегодня в норме. Так, чуть сильно варис и корпус.
Фронтальный отход для того, что надо делать все-таки поровнее, не так сильно прокрученный таз, потому что будут исправлять. Вот. Хотя бы, да, не так сильно. И на меня чуть-чуть фокус. Рука сильно дает, да, на пояс. Четверть оборота направо. Лицо тоже фокус? Да, да, да. Четверть оборота направо. Чуть ровнее, как вот так. Лицо, четверть.